Сделано в Якутии. Под таким брендом в крупнейших магазинах Якутска открылись специальные витрины с местной продукцией. Совместный проект представителей торговых сетей и Министерства сельского хозяйства Якутии направлен на поддержку местных производителей. Также проект является одной из приоритетных задач, которая прозвучала в послании главы республики Госсобранию. Тему продолжит Марьяна Кутукова. Акционерная компания «Таба» известна в республике производством БАДов и косметики из пантов северного оленя. Однако сегодня под единым брендом, сделанным в Якутии, они представили новую мясную продукцию из оленины. Цех по переработке запустили в этом году. В ассортименте колбасы, мясо, пельмени, фарш и многое другое. В планах производства мясных чипсов. Мясо оленя, она издавна считается как диетический продукт. Она переваривается полностью, переваривается в нашем организме не более 6 часов. Да? И она, белковый состав оленины такой, что она больше дает энергии. Помимо уникального мяса оленины, сегодня местные производители представили еще одну новинку – молочные чипсы. Подробнее о них нам расскажут сами производители. Добрый день! Добрый день! День защитника детей. Мы детям предлагаем молочные чипсы и молочные конфеты. Это сушеный творог. Пока название еще не придумали, должны запатентовать, пройти сертификацию, и уже через 2 недели, через 3 недели он может появиться в наших прилавках. На вкус он, все говорят, очень вкусный. Вот осталось всего 2 штуки. Всего в магазине «Айгуль» сегодняшнего дня будут представлены 18 местных производителей и более 1300 наименований товаров. В их числе мясо, рыба, полуфабрикаты, колбасные изделия, напитки, молочная и хлебобулочная продукции. Данный проект позволяет, первое, продвигать местную продукцию, экологически чистую продукцию, обеспечить гарантированный сбыт производимой местной продукции нашими товаропроизводителями, обеспечить эффективное взаимодействие между производителями и продавцами, как говорится, производство и прилавок. Вот такую цепочку мы должны эффективно создать. Ну и, конечно же, это удобство для покупателей. Сейчас молодежь любит здоровый образ жизни, поэтому то, что местная продукция натуральная появилась в продаже, стала такой доступной, это очень радует. Отметим, что специально оборудованные и оформленные витрины с местной продукцией под маркой «Сделано в Якутии» открылись еще в 2 магазинах. Это «Алмаз» и «ЕХК». В этом году специальные полки также появятся и в городе Ленск. Но в будущем основной целью остается расширение сети магазинов в Якутске и его пригородах. Марьяна Кутукова, Владимир Таюрский, НВК САХА, Якутск.